Алло, ребята, здорово! Я прекрасно понимаю, что в прошлом видео у меня не получилось сделать приветствие. Дело в том, что в этих приветствиях есть доля как раз таки спойлеров, которые я очень и очень не люблю в последнее время. Хотя, наверное, каждый из вас знает, что в каждом новом видео, как и в предыдущем, мы снова столкнемся с кучей донатных и недонатных болванов, которые либо не знают правил, либо просто не хотят их соблюдать. В отличие от остальных видео, это уже будет явной сборной солянгой. То есть в одном кадре я просто бегаю, отыгрываю роли и ничего такого не будет происходить, кроме обычного РП. А тут резко раз кадр меняется, и я уже нахожу какого-то нарушителя. Причины здесь две. Я год снимаю админ-тематику и только ее. И толком я не наслаждаюсь самим процессом этой игры. Формально я захожу на сервак какой-то просто, чтобы найти нарушителей, но не чтобы на нем поиграть. А второе, если бы я просто бегал либо в РП, либо разбирал какие-то ЖБ или только искал нарушителей, видосы у меня вряд ли бы получались такими динамичными. Поэтому погнали. Сервак, на котором я играл, будет в описании. Пизда вам нахуй всем, безмозглые твари, блять, идите в пизду все, блять, идиоты ебаные. Я зашел на миноре РП. Это пельмешка есть. Випки, один всего лишь демодератор. Ну что-то тухловато, не думаете? Один модер всего лишь. Нормально? Нормально, мужики, нормально. ВПРП или что это? Ну типа, может быть правда, он проснется там. Мне лень. Я ради пропов взял. Блять, пиздец. Ладно, хорошо, что я ментом не могу стать. Ну, хоть бомжом я стал хотя бы в этом мире. Кстати, у бомжей есть такая прикольная функция. Прям со спавна можно заказать кому-нибудь по-быстрому пиццу, чтобы ему кабину размозжили. Так, а мы что пойдем делать? Мы пойдем... Что обычно делают бомжи? Бомжи кидают говном во все, что видят. И все. Жалоба отправлена. Как думаете, примет кто-то? Да хуй там плавал. Что этот боец невидимого фронта хочет от меня? Не понимаю. Ладно, вот я просто пройду туда, постою. Мне интересно, что будет. Что произойдет? Камера какая-то, что-то. Блин, кстати, а вот карта-то интересная. Комнатки разные тут всякие. Прикольно. Ни хрена себе. Ну, тут прикольную базу можно было отстроить. Если бы тут было, как его называют, места достаточно. Как дела? Знаете, прикольная такая черта. Быть донатным хуелом, короче, быть и потом подходить типа троллить. Охуеть, смешной чел. Подойти, спросить, как дела. Прямо сейчас у вас на экранах донатный администратор в открытую задрачивает и мешает играть обычному новому игроку, который только-только подключился на сервак. На 100% уверен, что из тех просмотревших этот ролик найдется хотя бы один или два человека, которые испытывали то же самое когда-либо. Вы скажете, ну да, Артур открыл Америку, это Dark RP, на нем всегда такое было, есть и будет. Но что если вам скажу, что есть Dark RP сервак, на котором такого нет? Zip Project — это новый развивающийся сервер, который не может не заинтересовать любителя Dark RP. А почему? Сейчас объясню вам без лишней мишуры. Давайте перейдем к главным особенностям этого сервака. Это не пресловутый Dark RP, который вы привыкли видеть. Здесь нету кучи профессий VIP Super Bandit, VIP Super Pooper Mega Bandit и так далее. Ты либо гражданский, либо госсотрудник. В смысле, а что делать тогда? Ну просто открываешь вики на серваке и читаешь, чем тебе можно будет заняться, и выбираешь себе занятия по душе. Ты, конечно, можешь поотыгрывать РП, но суть самого сервака кроется совершенно в другом. Например, полностью законный ПВП между игроками в определенных местах карты, которая, к слову, очень и очень большая. Помимо этого, она делится на несколько разных областей, которые открываются по мере того, как сильно ты прокачиваешь своего персонажа. Чем выше твой уровень, тем сильнее будут противники на новой территории и тем выше и лучше будет награда. А где взять оружие, чтобы добиваться этих наград? Ведь на серваке нету гандилера. С этой задачей ты справишься сам, путем лутания деталей по всей карте,
а затем ты сможешь скрафтить себе оружие и броню навсегда. Затем через какое-то время взять эти же оружие с броней и улучшить их на следующий уровень, для того чтобы подготовиться к новой локации. Наверное, в каждой второй рекламе вы уже слышали тезис о том, какая отзывчивая администрация. Что касается этого сервера, так тут самая прямая связь с высшим составом без формата трибун. Кто не знал, на серваках обычно объявляют о том, что в такое-то время вы можете пообщаться с создателем и задать ему пару вопросов. Если они будут достаточно удобны, то он даст вам на них ответы. Здесь же такого нету, ты просто заходишь в Discord, увидел какую-то там, не знаю, беседу админов и игроков, зашел туда, поболтал с ними, возможно, застал создателя за работой над проектом и понаблюдал. На данный момент я рассказал вам только 30%, если не меньше, причин того, почему вам все-таки стоит попробовать этот сервак. Ну и напоследок, почему бы не добить это все своим фирменным промокодом, который дает неплохой буст при начале игры. IP сервака, промокод, а также Discord этого сервера будут в описании, поэтому залетай и передавай от меня привет. Открой дверь, в чем проблема? Дверь открой просто и все, в чем проблема? А в чем проблема-то? Почему ты хуйло? Че там не думаешь, МГ не напрашивается? Наебло тебе сверху. Ну, докажи сначала. Но ты этот откат можешь в одно место вставить себе. Смысл мне писать жалобу, если сейчас вместо админов на серваке инвалиды? Ну, я просто стою и ебашу лес. Пока. Я интересно, вот мне... Они как забатятся на эту хуйню, чтобы я одного из них раздамажил. Говномодер, идея у которого как досадить игрокам, одна охуеннее другой. И он не заставил себя долго ждать, пришел и вот что выкидывает. Себе разрежь, может полезно будет. Ну и зачем? Вопросы-то заведомо тупые. Гланды. Слышишь, а мне вот интересно, у кого ты это слово взял? Я ничего не делаю, кстати, сейчас по отношению к ним. Они просто стоят хуйней и страдают. Основные положения. Чё может кто носить? Правила профессии. Где бомж? Бомж мне нужен. Карманник. А мне нужен бомж. Это они какую-то хуйню там отыгрывают. Роллы, блядь, какие-то. Зачем? Типа он ищет причину, чтобы меня попиздить ножом, но пизди, блять, у тебя не нужна причина. Не может пользоваться услугами проститутки, охранник. Блять, не может пользоваться услугами проститутки. Бомжа не могут ограбить. При нарушении НРП у тех, кто грабит. При строительстве халупы бомж может делать проходы в присед. Короче, пати на долбоебов. Я просто не знаю, если я ствол достану какой-нибудь там, не знаю, ну ревик там. Я могу им пользоваться или доебется какой-нибудь придурок до меня? Ладно, пока что мученик на бомже смотрит просто правила или ставит, чтобы узнать, чем можно защищаться от таких идиотов, а чем нет. Но у обезьяны с дефицитом внимания снова обострение, поэтому смотрите, что он придумал. С чем ты это делаешь? Это вот он пытается так байтить на то, чтобы я хоть что-то сделал или что? Ну так они, короче, муд дали, типа сначала сами с профой факта его жизни. Ого. А чё, сквозь мут, типа, каждый может разговаривать, да? Охуенно удобно, наверное, спровоцировать на мут чела, а потом сидеть его хуями. Чё ты там выпернул? РП крик. Охуеть. Я и ушел. Удобно, ребят, удобно. Если что, если вы хотите показаться крутым и смешным, вы сначала замутьте оппонента, чтобы он вам ничего ответить не мог, а потом пишите всякую хуйню. Давайте. Берите на заметку. Минори геймеры рекомендуют. Не бей. Алло, что такое? Ну как жизнь? Мне надо зашибись, а чё такое? Волнуешься за меня? Да. Почему? Тебя люди окружают. Надо задуматься об этом. Кто окружает? Люди. Ну какие? Я что-то людей не вижу вокруг. А я вижу. Да? Ну, что-то у тебя... Ладно. У тебя странное понимание о людях. Нет. Да не, ну я правда сейчас пока кроме тебя больше людей не вижу. Удачи. Давай у тебя.
Вы спросите, а почему я не подам просто жалобу, а ее никто не примет? Мне сразу сказали они. Они просто не будут принимать. Ни вот этот вот, ни вот этот. Потом еще какой-то тут чел был. Ну а что, демоут недоступен никому? Ну а зачем ты это делаешь? В чем проблема твоя? С чем ты меня бьешь? Ну типа это весело. Ну попизди, попизди. Я просто не понимаю, в чем причина такого токса. Я, может быть, обидел тебя чем-то. Ты хоть выскажись. Всегда высказаться надо для начала, прежде чем делать что-то. Ну по поведению, если судить, то очевидно, ты на что-то обижен. Ты хочешь злобу какую-то выместить. И плюс сделать это так, чтобы потом никто этого не смог ни заметить, ни запомнить. А сейчас очень удобное, кстати, время. Админов нет, которые могут тебя наказать. Хожу, угораю. Но это ж не совсем нормально. Ну, подходить чела, лупить монтировкой время от времени, дамажить его. Потом дурака из себя строить, говорить, что это не ты. Тебе 5 лет? Пиздец. А суммарно вам сколько лет? Ну, 10-15, да, вот все, кто там живет. Очевидно, что да, видимо, суммарно только столько набирается. Да нет, от 16 там IQ, блядь, а я про возраст спрашиваю. Yeah. Не, я типа не претендую, я не говорю, что ты тупой, но просто есть все задатки для этого, чтобы это утверждать. Ну, типа, вот вас тут двое, наверное. Потому что там я просто писк чей-то слышал, помимо твоего. Кто-то мне верещал ужасно, типа, ушел отсюда или что-то там сейчас крякнул, что-то так. А сейчас ты что делаешь? Ты не говоришь? Пишешь? Какое? Куда ты сообщение пишешь? Я перед тобой стою, ты что, накуренный, что ли, блядь? Куда ты мне пишешь сообщение, стоя в метре от меня? Я ни на что не намекаю, но, опять же, повторюсь, все задатки для того, чтобы тебя называть так, как я называл в начале, их все больше и больше становится. Не забрасывай работу над собой, не забрасывай. Оно нужно, оно полезно. Так что, мем какой-то будет там? Меня, может, кто-то пизданет опять? Или же лупанет монтировкой в спину, потом будет говорить, что это... Что там еще будут какие-то, может быть, не знаю, раскрутки приколов? Вы там, может быть, соберетесь с друзьями, мозговой штурм устроите? Типа, совместными усилиями мозговой штурм, ребят, мозговой штурм, может быть, какие-то плоды вам принесет. Одиночки, идея у вас, ну, такая себе хуйня. Актуальны там, может, для 16-17 года, как прикалываться над РКРП. Мне кажется, они достаточно тупые, чтобы не понимать моих вбросов и мемов. Это дает мне полное право чувствовать себя охуенным на их фоне. Зачем ты это делаешь? Что ты мне палец тычешь? Ну, типа, зачем ты это сделал? Понять, как мыслит донатер на Даркрп, сложно, но все-таки возможно. Почему бы не позадирать какого-нибудь игрока среди ночи, когда администраторов нормальных нету, никто вас не накажет, и друг с админкой тоже тебе ничего не сделает, потому что он занимается тем же самым. Да и плюсом бомж, без оружия какого-то, просто с монтировкой, никакого противовеса и страха не вызывает. Тем более он не админ, тем более он скорее всего не пишет демку, в силу того, что он впервые на серваке. Ладно, все мои рассуждения касаемо этого хуйня полная, передо мной два конченых донатных ублюдка, которые купили себе донат за промокод и решили устраивать какую-то хуйню среди ночи, когда админа, который может им дать пизды на серваке, нету. Фестиваль терпения заканчивается, переходим к следующей стадии, надеюсь, она вам понравится. А чё такое-то? Пиздец, они нахуй не в себе. Ну ты чё, ненормальный? В чем причина твоя? Ты мне хоть объясни. Или ты просто на рандоме подходишь, спамишь эту хуйню? Ну, типа, у тебя нормально все, не? Ну и шо ты машешь? Сука! Патронов нет? Это пиздец, нищие ебаны. Какие вы ебаны нищие, вас кончи с глоком убил, блять, на бомжа, это пизда. А чё вы, ребята, обиделись? Вас бомж распиздил двоих. Вас бомж убил с глоком, сука, что за, блять, идиотизм? На чё обиделись-то, на чё? Чё случилось? Типа, представь себе весь сюр, ты вот играешь такой, накупаешь себе кучу хуйни,
заходит бомж, сначала тебя первое время закидывает говном, а потом в это говно еще и макает. Во второй руке с глоком, блять. Я тогда игру удалил. Да вон сидят два обиженных в доме у себя. Мужики, так че вы забились-то в угол-то? В чем проблема? Че такое? Я же говорю, может, обидел чем-то, может быть, поговорим. Блять, они в АФК встали, пиздец. Это я настолько... Я задрочил бандитов, блять, донатных, будучи бомжом с глоком. Это новый уровень какой-то? Это не дигл, который дамажит там по 50, по 70 хп и больше. Это глок, блядь. Настолько ранимая душа бандита на Dark RP. Вы просто на самом деле-то крутые, мне хотелось бы с вами поиграть. В чем-то проблема заключается. Мы бы там добрали бы еще, не знаю, ну, смотри, вот, типа, вас двое, я третий. Еще бы взяли, получается, двоих челиков. Вот и нас, считай, пятеро. Типа, одному из вас могли бы этот, ритуальное букаки сделать, там, четвером. Не, вы можете меняться, можете вдвоем сразу. Ивент «Морской бой». Уже, знаешь, я 4 раза пытаюсь тут заснять. 4 раза исправно они, блядь, какие-то ивенты врубают, когда я начинаю записывать. Я тебя в пропы добавилось. Молодец. От кейпадов пароль 1488. Угу. Ты хотел сказать 1488? 1488. Ну, 1488. Нет, 1488. Ты сейчас другое число назвал вообще. 1488. Нет, блядь, вот смотри. Сейчас я третье вырублю. Вот. 1488. Ну, 1488. Ты что, прикалываешься надо мной? Да, ты что, блядь, до тебя так дошло? Нет, я тебе говорю, вот пароль 1488. Да я написал. 1488. На камеру смотри, блядь, я ввожу. 1488. Ты мне вообще... 1488. Я пароль тебе говорю, 1488. Ты что, не понял, что я хуйню просто стою несу? Нет, 1488, другое число, блядь. А, то есть ты меня еще в ответ под... Ах ты сука. Ну я тебе говорю, 1488 пароль. 1488, мне говорю, нет, 1488, нахуй. Ребят, у меня магазин оружия открылся, если что, всех жду. Приобрести что-то? Приобрести, да? Ну, я хотел спросить, что у вас продается там. А, ну, оружие, люди, фрукты есть. Вы хотели как-то цену обсудить? Я контролирую ценовую политику данного заведения. На самом деле, этот товар уже идет со скидкой, вот. А так как в честь новогодних праздников, немножко запоздалых, вот, так он без скидки стоит 15 тысяч. То есть, ну, условно, предлагая вам за 10 тысяч, мы, по сути, уже вам делаем скидку в 50%. Мне кажется, это достаточно веский повод для того, чтобы, ну, приобрести данный товар именно сейчас, вот в условиях ограниченного предложения. Ебать, что? Я понял. Ну, в принципе, я думаю, ебать, что? А, зачем? Зачем вы убили? Может, уже насчет товара поговорим? Да, конечно, да, только... Я предложи вложиться в его ебальник. И убить его нахуй? Ну. Происходит? Нахуй! Пиздец. Блин, что за происходит? Добро пожаловать на Dark RP, блядь. Са, даже у нас нет. Я просто в ахуе. Сейчас, смотри. У нас вообще правил нету, но, блядь. Таких. Я сейчас за ДМ каждого, блядь, выкину. Вы оружие продаете без лишения. Ёб твою мать! Смотрите, огнестрельные, людей убивают. Ну, это ж не я убиваю. Человек, блядь, это он убил. Сделал. Чё? Нахуй! Че за пиздец, блядь? Понимаете, вот что вы творите? Спонсор. Убить меня. Сейчас, просто, подожди. Фрикил, ДМ, админ, ТП. А, подожди, я сейчас сделаю по-другому. Стой тут, я попозже. Но эта лицензия не нужна на продажу. Лицензию? Да, расскажешь. Говорю, я говорю, расскажешь? Хорошо. Встаньте лицом к стене. Хорошо, встаньте лицом к стене. Встаньте лицом к стене. Давай, попробуй. По
попробовал, хули ты хочешь. Ребята, пожалуйста, отставьте панику, админы уже рассудили эту ситуацию и сказали, что нету нарушения ФРРП как у продавца, так и у охранника этого магазина. Это была самооборона от неадекватного сотрудника полиции, который не является ни ФРРП, ни фрикилом, потому что охранник на то и охранник, чтобы охранять какое-то помещение или же человека. А почему неадекватный? Снова ты, сучара, на скрипке оправдываешься. Неадекватным, потому что при нем убили 2-3 человек, и на эти убийства он не обратил никакого внимания, ему было важно докопаться до оружейника, что он продает оружие без лицензии на продажу оружия. Причем в законах города не сказано о том, что на продажу оружия или же просто на какой-то бизнес нужна лицензия. Это еще что такое? Пиздец. Пока что тогда охраняй, сейчас я возьму кое-что. У меня разрешение есть на то, чтобы использовать изменение голоса. Расфризь меня. От кого надо? У меня разрешение. Зачем ты лезешь в жалобу сейчас? Потому что я увидел нарушение. Нарушения нету. Всего доброго. То, что я торгую оружием, это первое. Это является каким-никаким, но все-таки бизнес. В законах города предписывают мэр по своему желанию, что дополнительно к стандартному своду требует лицензии и что за собой какое действие несет. Западло. Но ты вот как, ёбнутый? Нет, я тебе сказал, что у меня есть вот разрешение на войс. Ну, ты экстрасенс, откуда знать, что у меня нет разрешения? Что ты за хуйню делаешь? Пишешь там забаньте, забаньте. У тебя все плохо, что ли, с головой? Что с тобой? Что тебе мешает? Разговариваю. Что разговариваешь? Я тебе нормально сказал, у меня есть разрешение. В чем твоя проблема? Что тебе еще нужно? Ты пишешь там, чтобы меня кто-то... А откуда ты знаешь, что у меня нету разрешения? И ты вот так вот сразу по-быстрому решил, что надо меня забанить. Ты совсем ненормально? Если бы я реально в Перму сейчас улетел из-за тебя... Если у тебя есть нарушение, то я тебя разбаню. То есть меня все равно надо по-твоему забанить, я да? На данный момент. Ты как, лечишься? Нет, ты лечишься? Все, короче, я сейчас узнаю просто. Да иди давай уже нарушение. Отсюда, блядь, не мешай нам заниматься разборкой жалобы. По твоей логике, давай. Например, я могу взять Гровера так. К тому же и сказать, да сделать себе там какую-то ферму наркотиков и сказать, что... Это не является вообще запрещенным, потому что мэр не написал, что я не могу делать ферму наркотиков. Да, да, да. Вот по твоей логике это как раз твоя логика, ебанутая достаточно. Оружие есть нелегал, когда с помощью него пытаются убить кого-то намеренно или же используют для ограбления. А не забывай то, что оружием также можно и самообороняться. Что предписано как и в правилах, так и приветствуется госами. Если об этом говорит кто-то. То, что вот у меня была самооборона, поэтому я кого-то убил. Поэтому по твоей логике она как раз таки твоя, не моя. Можно, да, сделать любую хуйню и сказать то, что вот, это не предписано в законах. Я тебе ясно сказал то, что торговля оружием это бизнес. Ты этого, блядь, понять не можешь минут 5 уже. И бизнес пока по правилам города, по законам, которые мэр издает, пока что не требует лицензии. Иди к мэру, еби ему мозги, а не мне. За то, что он законы не внес. Бизнес, как то, что запрещено без лицензии. А, еще ко всему прочему, ты даже толком не знаешь, продаю ли оружие, кому я продал, что я продал. Ты просто пришел, начал просить лицензию, с нихуя. Ты не увидел факта продажи оружия, тебя не было в этот момент. Да, действительно, лавка, оружейная лавка, и ты даже в ответ без... Да, но ты же преступника хотел поймать. Алло, командир спецназа, ты же преступника хотел поймать, правильно понимаю? Ну, преступник это тот, кто какой-то закон нарушил. Я тебя спросил лицензию. Бля, ты преступника хотел поймать, который закон нарушил города? Ну, типа там, то, что оружие без лицензии продаешь. Я ж тогда по факту преступником являюсь, да? Ну, ответь. Нарушителем. Ну, преступником, значит, приступил законную черту, хорошо. А какую черту я приступил законную из законов города? Я никакую не приступил, никого не убил, не таскал оружие в открытом виде, не угрожал никому, не занимался нелегалом, денежных принтеров я не имел. А бизнес? Ну да, бизнес, но он не регулируется законами города. То есть, блядь, ты представляешь власть, которая никак сама не хочет ничего регулировать законами города, и в этом обвиняешь меня, что я, блядь, не имею какую-то там лицензию. Хорошо. Допустим, даже не допустим, наверное, ты прав, даже не наверное, ты прав, потому что я сам не знаю, это считается, потому что решить только может администратор.
В законах не запрещено заниматься бизнесом без лицензии. Да, вот видишь, ты сам признал то, что ты просто так до меня доебался. О чем твоя жалоба тогда вообще? Да, приковался. На ФРРП. На ФРРП? Какое, блядь, ФРРП? Нас двое, ты лезешь на двоих человек. У меня охранник постоянно почти бегает, блядь, с оружием и следит за ситуацией. О чем речь? У него камера стоит, где он отслеживает, что происходит в магазине. Ты что, реально думал, просто ты залезешь за вот эту огороженную специально территорию, на которой написано, когда ты перелезаешь, за которой это считается проникновением, ты реально думал, что тебя, ну, просто это спустят с рук? Нет. С тобой будут стреляться, с тобой будет стреляться охранник. Это не госслужащий, но он работает частно на какого-то конкретного человека в его интересах. Я тебе сказал про ФРП, ты мне сказал то, что я влез в твой дом, за стойку, и меня охранник расстрелял. Ты мне про ФРРП расскажи. Ты ситуацию вообще, блядь, за рамки РП вывел. Просто одним своим выпадом про проверку, про то, что ты перелез за стойку, начал качать права, и про то, что ты признался, что ты просто так до меня доебался. Какое тут нахуй РП и ФРРП тем более? Ты просто захотел себе придумать причину. Так? Я у тебя спросил лицензию на продажу оружия. Я тебе сказал, на продажу оружия лицензия не нужна по законам города. Там ничего не предписано. Тебе этого должно было достаточно быть, чтобы пойти к мэру уже попросить сделать такой закон, а не сидеть меня заебывать. Ну что, ты доволен? Хорошо, я тебе уже сказал, хорошо, меня откинут за фриарест, хорошо, меня откинут за ВРП, но я тебе оружием угрожал. Да. У меня все есть, я что? Угрожал. Ну а что я сделал? Я убежал куда-то, я оружие в ответ достал, когда ты мне сказал лицо. Я тебя сразу просто так стрелять начал? Нет. Бля, тебе недостаточно того, что я вообще не сопротивляюсь, когда ты мне приказываешь под оружием? Я даже развернулся от тебя и стою, просто жду, пока ты что-то сделаешь. Я тебе сказал, лицом к стене, ты тупо стоял. Ты сейчас просто говоришь про другое. Вообще. Про что другое? Ты просто, блядь, сказал лицом к стене. Что я ничего сказал? Не делаю для того, чтобы ты посчитал это за ФРРП. Я стою вот так вот у барной. Я не двигаюсь, потому что места, блядь, нету. Ты понимаешь? Нет меня. Вот это ходить, бегать, ты еще... Если ты это посчитал за... Не, чел. Если ты это посчитал за ФРРП, то что бы было, если бы я начал пытаться искать нормальную стену, бегая туда-сюда, развернувшись в одну сторону, в другую, ты посчитал это тоже за ФРРП. Нахуй оно мне нужно? Я встану просто как вкопанный, буду ждать твоей реакции, что ты будешь делать дальше. Что я и сделал. Ты же неадекватный, блядь. Чего бы я неадекватный? Ну, адекватный человек такой ЖБ хуй подаст. Админ, короче, решай, я заебался этой хуйней заниматься, доказывать, что кто-то прав, кто-то не прав, пусть админ решает. Я выполняю работу за двоих, блин. Все, дружище, я посмотрел демку, все хорошо, все нормально. Нету никаких. Да, закажу. Ура. Все, я могу возвращаться в РП. Дальше. Я решил поиграть в соло за сотрудника ФБР под прикрытием. Я беру, накидываю маскировку мафиозника и хожу по городу, ищу каких-то челиков, с которыми можно что-то замутить. Схема очень простая. Ты берешь, проворачиваешь какое-то дело с очередным мафиозником, будучи тоже в маскировке, и потом, опа, достал оружие лицом к стене, вы обвиняетесь в таком-то преступлении. Можешь помочь, хата, если она интересная, надо пройти туда. Ответ будет какой-нибудь, не? Ты можешь помочь, не? Что? Может, ты нахуй сигареты вытащишь, когда с людьми будешь общаться, да? Может, ты за своим помелом будешь следить, а? Прежде чем свои баллы открывать. Слышишь, ты нахуй хуета? Че у тебя с голосом, ответь? Ты откуда высрался здесь? Че у тебя с голосом, хуесос, ответь на это? То, что надо, меняешь, да? То, что надо у меня с голосом, тебя вообще ебать не должно. Пошел нахуй отсюда. Так у тебя же изменение голоса, дуралёк, ты че? А у тебя МГ дальше че? Продолжать будешь? Разрешение есть, отъебись. Какое разрешение? Отъебись от меня, свинья, у меня есть разрешение, иди нахуй дальше играй. А ты что такой злой? В смысле злой? Не, я добрый. Да по тебе не видно, блядь. Ты вон нахуй человека прессуешь, блядь. Ты лупики свои, сука, раскрой нормально, прежде чем смотреть и говорить, там видно, не видно. Пошел, говорю, нахуй отсюда, не разговаривай со мной. Так что, слышь, поможешь мне, нет? Ой, оружие нужно? Ты ненормальный, что ты ко мне лезешь? Кто к тебе лезет? Какое оружие? Оружие нужно? Не лезь ко мне. Станет меня. Ну, так иди нахуй тогда отсюда. Ты что, офигел? Может, тебя вообще избить? Ебать, к стене встань тогда. Убери ебать, к стене. Оружие убери, блядь, с него. Хорошо. А что такое-то? Чупаки. Почему ты
свидетелях меня ставим лицом к стене. Подавай себе нон-РП тогда. В смысле? Ты мне хотел уже начать угрожать, я хотел вызвать полицию, чтобы ты никуда не ушел за угрозой жизни. Вы мне этого не дали сделать, потому что вы решили постреляться. Ты при свидетелях поставил меня лицом к стене. Ну и что дальше? Потом он начал тебе говорить, убери оружие. Ну а какого хуя он достает оружие, на ствол уже? Он был у тебя за спиной. Не за спиной, что ты пиздишь мне? Вот так вот он стоял примерно. То есть ты смотришь стену, можно сказать, на меня. Он стоит вот тут вот, сбоку от тебя. Ты его по факту видеть не можешь. Потом начал по нему стрелять. Смотришь в его сторону, я отхожу. Расскажешь. В этот момент меня уже пригласили в какую-то микробандитскую организацию. Один раз им довелось меня рассекретить, понять то, что я был в маскировке, и убили меня. Причем заслуженно, к этому претензий никаких. На правах новой жизни, а также новоиспеченного их соклановца, я взял профессию реального оружейника, который правда может продать оружие, и у меня есть доступ к дверям их базы. С этого момента, правда, никаких подлянок я делать им не хотел, я хотел просто прийти продать оружие, но меня встретили, во-первых, недобрым жестом, потом угрожали оружием, и третье, уже развязали перестрелку. Бля, сука, толстый, ты еще раз дверь откроешь, я тебя убью нахуй. Сюда к стене встал. Да че, дурак, блядь, совсем? Ебанутый, сука. Тихо, на меня напали, не бейте, обоссыте, но не бейте, на меня напали, я защищался. Я уже убрал, блядь. Да это сотрудник был, ну ёпта, блядь. Сотрудник. Кого ты, блядь, кабаном назвал? Скрой свое ебало нахуй и не вылезай вообще с этого блядского ангара, ты понял меня? Кусок дерьма отсталого, закрой свое нахуй ебало. Да, давай постреляем. Какие у него есть нарушения на данный момент? НЛР, потому что он до сих пор помнит, кто я такой и что я ему сделал. ФРРП, когда он достал гранатомет в ответ на мой дробовик, когда я хотел его задержать до прихода полиции. И здешний фрикил, то есть ДМ, потому что он спровоцировал эту перестрелку чисто для того, чтобы постреляться. Выдавай себе ФРРП и ДМ. Хули тебе надо, кабан, блядь? Выдавай себе ФРРП и ДМ. Себе тоже ДМ выдавай. Причина моего убийства, кабан, блядь. Давай. Ты мне угрожал оружием и убийством. Я достал оружие, чтобы поставить тебя лицом к стене. Я потом вызвать полицию на тебя. Нет, пиздеж. Я хотел вызвать полицию, ты не дал этого сделать. Ты достал оружие в ответ гранатомет и начал по мне стрелять. Твои проблемы. Выдавай себе ФРРП и ДМ. Ты не имеешь права меня убивать за это. ФРРП и ДМ. Ты продавец оружия, ты не имеешь права так это делать. Нет? Самозащита? Серьезно? Я пошел играть. Пока. Ты не имеешь права мне с тобой разрешать курсы. Алло. Да. Тут челик нарушил правила, не хочет себе выдавать наказание. И еще плюс оскорбляет. Я его к себе тэпаю, обратно тэпается. Здорово. Вот он нарушает правила оскорблений. Меня в качестве админа он сейчас оскорбляет постоянно. Чё непонятно делаешь, зачем. Это 5.4, также ФРРП и ДМ. Вот получается, я двери открыл. Да, ты валенок блядский, закрой свой нахуй рот. Да, и чё ты микрофон отрубил? Почему у тебя человек тэпает на жалобу, он мне говорит, что ты себя ратурнишь? Два раза было, у меня все записано, если... Отказался, если ты отказываешься. А это потому что, это хуесос, кстати, Симен, сперма. Ты, знаешь, ты конча. Да, я твоей маме в рот наливал, моя мама наливала в рот тебе полную кружку дерьма, понял? Что ты мне на это скажешь? Блядь, поаккуратнее с выражениями, пожалуйста, будьте адекватными. В общем, ребят. Что случилось? Сейчас расскажу. Я двери им открыл, потому что, ну, у меня-то доступ есть к дверям, они меня постоянно выгоняют, вот. Я дома у тебя не сидел, забежал, предложил оружие. Мы с одного клана, чё бы и нет. Толстая тварь, блядь. У тебя мать настолько толстая, что и, блядь, слоны в бильярд играют. Шаришь, нет? Блядский выродок, извини, блядь. Давайте не будем оскорблять. Вы же согласны. Я помню, я последнее время вообще видел, как Ликона поливает говном из-за его маски. А вот такой я первый раз. Подождите, давайте не будем оскорблять, давайте разберемся в жалобе. Давайте вообще не будем ничего делать. Кому ты там, блядь, срал в рот? Подождите, вы давайте, пожалуйста, без негатива. А чё ты микрофон-то вырубил, хуесос? Отсталый. Все, давайте тихо, пожалуйста. Давайте. Попустился? Да. Давайте чисто, ну, разберем. Да какая мама, вы чё, мужики? Да вот именно, какая, блять, мама? Я оскорбляю то, чего у него нету, понимаешь? Это дедомовский хуесос. У него нету детства, у него нет жизни. Он проебал одну пятую своей никчемной жизни. Надеюсь, ты не так долго жить будешь, ублюдок. Так, давайте, сейчас я вообще все разберу, давайте порешаем.
Короче, я открыл двери, забежал к ним домой. У меня же доступ есть, я же типа в клане за оружейника. У меня реально профа оружейник. В общем, мне попался какой-то реальный сын пиратика, которого родили незаконно на мусорке, а его рождении никто не решился говорить. Сначала может показаться, что это супер токсичный оппонент, очень круто, что-то новое в ролике. Но нет. От всех остальных челиков, которые мне встречались в роликах, он отличается только тем, что он полностью неадекватный. Если какой-то условный микробандит или же админ сначала творит хуйню, а потом его раскидывают по фактам, и он реально понимает, в чем он не прав, то здесь все в точности наоборот. Он мало того, что тупой, так глупо нарушать правила и рыть себе могилу может только отсталый хуесос. Во-вторых, жалоба длилась около часа, и весь этот блядский час я слышал только одну: ты жирный, у тебя мама жирная, я срал твоей маме в рот, подуй в хуй, и все это зациклено на 100 плюс раз. Вишенкой на торте у таких ебланов не менее уебанский микрофон за 100 рублей, который неведомым образом вселяет уверенность своего владельца, то что он может выиграть какой-то конфликт, если будет просто перекрикивать оппонента. Пиздец, пацан из доты что ли сбежал или что, закройте его там нахуй обратно. Пиздец. Кому ты там нахуй еще говоришь, зубы выбьешь, ну, блять, последние? Ты легче своего писюна 2-сантиметрового нихуя в жизни не держал и мышки. Понимаешь, нет, кому ты что выбьешь. Не, подожди, Семен, смотри. Если ты его выгнал с своего дома, он имеет право стоять напротив твоего дома. Он не находится на территории твоего дома. То есть, если ты вышел и он тебя поставил лицом к стене, ты же, естественно, по FireRP должен... Че ебало-то втопил, а, мразь? Че ты выключил свой микрофон? Покажи мне еще раз свой голос. Ну, сейчас просто вдвоем отлететь за оскорбление. Ну, вы че, мужики, надо же... Ну, я поводов не давал меня оскорблять именно так, понимаешь? Что-то про родителей чел начал говорить. Ну, если начал говорить, пусть продолжает. А че, он там жирная тварь, блядь? Это максимум, что он может себе позволить сейчас сказать? Или... Да, твоя мать жирная. Я ж тебе уже сказал контраргумент насчет жирным. Слонам привет передавай, которые в бильярд ее играют. Ебанат. Но я ему сказал лицом к стене, я ему... Ну, я в него не стрелял. Он достал по-быстрому гранатомет, начал ебашиться со мной. Я не просил об этом. Хорошо, слышь, давай, например, я жирный. Меня это как человека хуже делает? Нет. А вот ты хуеплетом родился, ты хуеплетом и остаешься, кончишь. Да, пизда. Подождите, вы его вписали в дверь, формально он является... Они меня в клан, блядь, взяли, понимаешь? Нет, они меня взяли в клан. Как бы он считается, в дом вписан. Он конкретно считается, он тоже является владельцем. Блядь, я твой соклан, что ты делаешь, сука, свин? Инфантил, блядский, в шапке гондонки, сука, господи. Куришь Дон Табак свои ебучие за 3 рубля. И ты мне говоришь, что я бедолага, ну просто охуеть. Я таких перлов еще и кадров в своей жизни не встречал. Ты, блядь, еще лучше пиратика, знаешь. Тебя еще веселее угорать сидеть. Вы ж оба донатных, вы можете там приказать, чтобы его там, чтобы он себя сам заджал. А, да, тут вторая часть открывается. Я вот это говорю ему его нарушение, FireRP, и получается, как его... 5.4, 5.3, потом FireRP, он формально отказывался мне, ну, выдавать это наказание, когда я его депал, и он админобузил этим самым. Так, ребят, давайте... Давай, ебаш меня, давай, ебаш. Давай, ебаш меня, укурок отстал, ебаш меня. Это максимум, что ты сможешь сделать, ты никчемный сын хуйни. Кого ты там, блядь, пришил? Давай ты сейчас просто себя заджайлишь за свои нарушения. Так ты уже байтишься. Не-не-не-не-не-не, слышишь, он меня как админа оскорблял здесь, вот в самом начале, когда я его только тэпнул. Я его попросил просто выдать наказание. И мать оскорбляет. Ну, как бы да, я ничего такого больше из этого первым не говорил. Я ему не давал. Давай. Че ты ствол достаешь? У тебя, блядь, руки дрожат нажать нормально на ЛКМ хотя бы. Сука, ты такой никчемный, что ты не можешь даже меня, блядь, убить сейчас при всех. В игре, нахуй, в компьютерной, ты понимаешь? Какой у тебя толк будет, короче, в будущем, ублюдок, ебаный? Чё ты ебало втопил свое? Да, о, жирная тварь, блядь. Выключи нахуй обратный микрофон свой за 100 рублей, нищий ублюдок. Выключи его нахуй, пока я не приехал, тебе об голову его не разбил, гондон. Да ты приедешь, хуяру в рот возьмешь со всей дури, блядь. Это все, что у тебя есть из панчи, да? Про хуяру в хуй подуй. Это за место этого ты сигарету носишь с собой, да? Ты слишком буквально воспринял слух о том, что курение — это скрытое желание сосать хуй, да? Слышишь, ты чепушила, ебаный, блядь. За глотус, не нахуй ебало свое, за глотус. Ты мне в шапке гондонки будешь говорить за то, что я, блядь, чепушила. Ну просто охуеть. Лук называется офисный денди, да, у тебя, блядь? Что ты рассказать? Мне показал, тебе стоял 5.3, 5.4, FireRP, потом отказ выдачи себе наказания, дальше продолжать, сын, блядь, отсталый, прости. Подуй в хуй, ебаный.
она уверенная тварь, блядь. Из семи крестьян, блядских, да, которые тебе не могут микрофон ебучий купить. Зато, сука, раскошелился на донат оружия, блядь. Поздравляю. Я его на заводе взял. Ебать, да, на заводе. Да, ебать, вложение у тебя классное. Вместо того, чтобы микрофон и мозги купить, ты себе берешь, блядь, донат. Ебанат конченый, сука. Надеюсь, ты сдохнешь в нищете, блядь, с такими вложениями. Вообще, и умением распределять свои средства, пиздец. Умри нахуй, не говори вообще со мной больше. Инвестор, блядский. Че ты ебало опять втопил? Разговаривай в микрофон дальше. Или ты боишься, что тебе просто пизды придут, дадут? Ладно, это уже становится неинтересным. Я 10 минут только слушаю о том, как там, оказывается, моя мама орет у него на заднем плане. Хотя она у меня сейчас на кухне просто готовит еду. Ладно, это пиздец как неинтересно. Да-да-да, ты мне неинтересный. А почему ты мне сидишь эту хуйню пишешь тогда на протяжении 10 минут? Да, проверил, она вон дома у меня стоит, готовит. Ты троллишь меня как-то тупо очень. Ты 10 минут одну и ту же хуйню несешь. Бессвязную. Да-да-да, 2.8 правила дон администрации. Это ж донатный ебанат. Я сомневаюсь, что вы такого на наборку пропустите, ублюдка. Он просто тест на адекватность и на наборку не пройдет. Ну вот видишь, как бы что и требовалось. Ну что и требовалось доказать, вот как бы да. Шо в пизду. Я вернусь, выловлю тебя. Да, блять, ищи свищи, долбоеб. Днем с огнем не сыщешь меня. А если сыщешь, то опять полетишь нахуй в банк. Че, тебе можешь адрес ебанат дать, чтоб ты приехал, меня выловил все-таки? Ну давай покупай. Ты ж, блядь, бабки потеряешь, ты понимаешь? Нет, я ж тебя, считай, вот так вот на бабки и развел, чтобы ты разбан себе купил, ебанат. Я ж говорю, ты, блядь, вместо того, чтобы хуйней заниматься, купил бы себе микрофон нормальный. Да, надерешь. Хорошо, давай. Давай, давай. Вызов принят. Так, в общем, будете наказаны за... Ой, один день и... Ой, два дня и 16 часов. Выловишь обязательно, давай. Что еще скажешь интересное? Так, и мне там что по нарушению? Ну, ты пизда, пацану. У тебя конкретно ничего нет, ну, пока, по крайней мере, вижу. Если ты его оскорблял, ты имеешь это право по правилам администрации, если была провокация. Конкретно остальное я ничего не говорю. Я непристойности говорил, да, я его обзывал. Нет, тут ничего такого нет, если, опять же, была провокация, ты имеешь право это делать. Ну, она была. Можете, если видите нарушение, меня четвертовать нахуй и выебать все вместе. Я нисколько не против. Не, ну честно, я не увидел, если у вас какие-то претензии есть. Его разбанили. Бля, он разбан. А, ребят, слушайте, а у меня вопросик такой, стойте, подождите, у меня вопросик такой есть. А если чел, получается, вот угрожает оружием кому-то, но не отчитывает и без отчета берет, убивает человека? Еще раз, подожди, скажи еще раз, я не услышал. Ну вот смотри. Смотри, человек у себя дома, прямо на пороге, достает ствол, угрожает другому человеку и без отчета какого-то убивает его просто. То есть секунды две прошло. Зона плюс ДМ. А, ну тэпа его, у него опять нарушение. Убивать человека. Тэпа его, обратно у него опять нарушение. Ну, конечно, я снова подал жалобу, потому что такого конченого хуйлана нельзя отпускать. Ребят, пожалуйста, запомните, если вы ведете себя приблизительно как он, творите такую же хуйню на жалобах, как и он, то абсолютно не важно, какой разбан вы купили, там, спермачас, нескольких дней, недель, месяцев и так далее. Мне на это будет рубиново поебать, потому что я наберу заранее еще несколько других доказательств для новой жалобы, чтобы выдать еще один бан, а возможно даже на больший срок. Очевидно, он побежал писать создателю о том, что вот он такой бедный несчастный, его задушили 3 администратора и выдали ему бан на 2 дня, пожалуйста, продай разбан, я больше так делать не буду. Потом он попадает к нам на жалобу и начинает выебываться, мол, я сейчас позову создателя, вам всем будет здесь пиздец, вы будете все здесь валяться в своих соплях и в дерьме, а я пойду дальше играть, потому что вы все тут хуесосы и так далее. Со второй жалобы я уже понял то, что смысла как-то его перекрикивать с его микрофоном, который заглушает все вокруг, нету никакого абсолютно. Смысл как-то его оскорблять в ответ тоже нулевой, потому что он реально думает, что если перекрикнуть собеседника, то он выиграл. На самом деле это равно заплакать. И еще одно интересное но. Он очень яро угрожает нам создателям сервака, который его разбанил. А теперь мы плавно перемещаемся в Discord, где я показываю все-таки демку на вторую жалобу администратору, который ее разбирает. Ушла отсюда нахуй. Ебаная грязь. Пошел тоже нахуй отсюда. Дверь закрыта, блядь. Ну вот. Да, все увидел. Сейчас буду мы казаны.
Ебать, 10 или 20 минут прошло, ты ничего нового тогда не придумал с того момента. До сих пор там, блядь, в хуй подую, посрал в рот, еще что-то, блядь. Вообще не пизди. Не пизди, новое что-то придумаешь, тогда расскажешь. Тише, чушечка, тише, чушечка. Смотри, тебе и тебе. Сейчас вы пизды получите. Я вот сейчас разбан как бы у человека покупал, я сейчас ему написал, он сейчас зайдет, эту всю ситуацию разберет. Да. Тебя, получается, накажут, и тебя толстый. Да. Потому что ты толстый, ты толстый за свою профессию не можешь такими вещами заниматься. Кто зайдет, кто зайдет? Бать, а вы сейчас зайдет? Увидите. Я у него разбан покупал, я сейчас ему пожаловался, что меня второй раз на жалобу почему-то забирают, почему-то вот такая ситуация происходит. Так еще одно нарушение, еще одно у тебя нарушение. Он сейчас вам таких пизделей даст нам. Я обычно знаю, чем это заканчивается. Я, во-первых, я давно тут уже играю, мне все равно. Да. Я не первый раз разбаны покупаю и как бы не первый раз... Бля, знаешь, это вообще не в твою пользу аргумент, что ты не первый раз разбаниваешься. Это наоборот аргумент в ту пользу, что ты долбоеб никчемный, который ничего не... Разбаниваюсь по амнистии. Какая нахуй амнистия, блядь, ты за деньги разбаниваешься и не более. Да, подуй хуй толстый. Ты платишь, блядь, за свою тупость, о чем речь? Ты платишь за свою тупость, блядь, которую ты ничем не можешь нивелировать, охуеть. Вместо того, чтобы учиться на ошибках, ты какой-то поток говна бесконечного и самого ебаного рта, блядь, высираешь, пиздец. О чем ты можешь со мной разговаривать? Нахуй щеку, блядь. Ты же даже не тянешь на моего самого жесткого собеседника в перепалке. О чем речь? Я тебя нахуй вертел, толстая тварь, блядь. Это все, что я слышу на протяжении 20 или 30 минут. Ну ты что-то можешь новое выдашь нам, наконец-таки. Сейчас, одну секунду, сейчас. Сейчас пизда вам нахуй всем. Безмозглые твари, блядь. Алло, а чё я сделал, алё? Ты вообще нахуй меня не трогай, блядь. Кого хуя ты меня трогаешь, нахуй? Алло, может ты свой ебальничек вольнёшь, слышишь? Слышишь, блядь? Давай, выстрели. Ты под одну ребёнку нахуй с толстым уходишь. Ты понимаешь, что ты зовёшь суперадмина, хотя ты в данной ситуации не прав. Ну пусть он зайдёт, давай. Мне уже, блядь, смешно, да. Я не прав, я за то, что... Ты сейчас снова пойдешь разлом покупать. Где я был не прав, я тебе в рот сыпал, нахуй, с подливой. Это я тоже слышал, пожалуйста, что-то, блядь, новое, умоляю. Короче, набор нарушает. Никакой набор не нарушает, ситуацию. Нет, смотри, понимаешь, тут просто человек на всех стоит, гонит, на всех настроит. Я вообще-то типа просто стою, наблюдаю, он просто сказал, что мне пизда, блядь. Сейчас ты зайдешь мне пизда и... Я сейчас ситуацию объясню. Пожалуйста, почему ты меня трогаешь? Закрой свой ебальничек, пожалуйста. Человек назвал меня негром, нахуй, просто исходя из моей модельки. Если так, то нахуй могу назвать его ебаным гопарем, который курит нахуй, ебаный Максим Красный, блядь. Имеет рак легких, нахуй, я был целый штаны, блядь. Это правда, ты так его назвал? Да шо, почему меня фризят? Почему меня фризят? Почему? Почему ты себе такое позволяешь? Почему ты себе такое позволяешь? Что хуя меня зафризили? Ты не имеешь права меня фризить. Слушай, я админ, это жалоба, я могу сделать с тобой все, что захочу. Могу тебя хоть жопу ебать, понял? Это уже, кстати, второй раз. Ну, хули он, блядь. Он меня достал, нахуй. Ты понимаешь, ты сейчас просто себя нахуй родишь могилу, блядь. Да что я? Родишь могилу, кусок хуйни, блядь. Я не буду больше это играть, идите в пизду все, блядь. Идиоты ебаные. Ты ж просто опустился здесь на жалобе, вот и все. Блядь. Ладно, я хотел с ним поговорить. Трюха, дай ему лучше трюмач, наверное, не знаю. Он вообще прям, он конченый, блядь. Да, вообще, я типа им сколько раз говорил, то, чтобы они адекватно общались, а, блядь, я могу тебе даже демку показать. Тут такая катавасия происходила, пиздец. Да я, в принципе, по его вообще не слышу, так он еще сервака во время жалобы. Ну зачем вообще прям, ну, конченый, блядь? Ну он конченый, да, ну, блядь, ладно, если бы он по факту что-то говорил, а он постоянно какую-то хуйню одну и ту же спит. Так, подожди, вот он. Отсталый, блядь, кусок хуйни больной, пиздец. Я, в смысле, понимаешь, я просто здесь стоял, он что-то на меня начал волочь, вообще непонятно. Так, слушай, конечно, понимаешь, что он неадекватный, но все равно на жалобе себе нужно вести адекватно. А он не то, что неадекватно, он конченый, он какую-то хуйню несет, блядь. Его там даже непонятно, у него микрофон шумит, блядь, пиздец. Он говорит, что тебе написал, что всем пизда сейчас здесь, понимаешь? Вот, а я просто, в смысле, стоял вот так вот. Я их вот так вот физганом трогаю, говорю, что мужики, давайте на мир, давай. Перейдем, пожалуйста. Давайте, все адекватно. Он говорит, тебе, говорит, тоже пизда, хуесос.
Я вообще прям нихуя, я максимально старался ситуацию сгладить, чтобы, блядь, мужики там помирились, на мирном разошлись, пошли играть, блядь. А тут вот такая хуйня, прикинь. Зашел я удачно, так и знал, что это хуйня.